Уважаемая Дина Ильинична, ваш творческий юбилей – это торжество ваших жизненных устоев. Вы достаточно свободно инкриминируете разные жизненные ситуации и гармонично оперируете человеческим потенциалом в его устоях. Ваша прямолинейность отражает наши жизненные постулаты в различных семейных, производственных и мировых разночтениях. Но в то же время вы консультируете по происходящему на базе наших жизненных устоев. Вы прошли и проходите свой жизненный цикл и делитесь с окружающим миром своими умозаключениями через призму происходящего с вами. Как личность, которая прошла разные преграды в писательском мире, вы в этом издании, одинокий пишущий человек, прослеживаете свой путь в становлении и нахождении себя как творца жизненных перипетий и выстраивания личности как творца слова. У вас это получилось, с чем мы вас и поздравляем. С юбилеем!